Раз, два, три. Профессиональный праздник, День химика, начался на предприятии Тольятти Азот с торжественного открытия доски почета. 20 сотрудников, выдвинутых коллективом, люди различных специальностей, лучшие из лучших, для кого профессия стала делом жизни, кто внес существенный вклад в процветание своего родного предприятия. Каждый получил свидетельство о занесении на доску почета, цветы и аплодисменты от своих коллег. С поздравительной речью к ним и ко всему коллективу обратился генеральный директор ТАА. Доска почета – это всегда волнительно, всегда значимо для нас, для всех. Спасибо вам, что вы, все те, кто представлены здесь, будете открывать наш праздник. Вы лучшие. Благодаря вам мы живем, работаем, процветает наше предприятие. Я уверен, что эта традиция сохранится и в дальнейшем. Не секрет, что успехи предприятия всегда зависят от слаженного коллективного труда. На ТААЗе трудится 4000 человек. В День химика благодарственными письмами и грамотами были отмечены те, чьи заслуги признаны всем коллективом. Это операторы, технологи, слесари-кипы, механики, аппаратчики и лаборанты, электромонтажники и специалисты промбезопасности. От каждого из них зависит тот уровень технических решений и задач, который определяет лидирующее положение ТААЗа в химической отрасли страны и его перспективы. Коллегам пожелаю не расслабляться, добросовестно трудиться, ну и отдыхать, соответственно. 45 лет на Тольятти Азоте. Работал оператором на агрегате, 5,5 лет уже в ОХО. Не жалею, перевелся на пенсию, не тороплюсь, не хочу. Пока нравится работа, интересно. Праздничное чествование сотрудников – это не только торжественные речи и подведение итогов. Это дань уважения каждому труженику, поддержка трудовых традиций и благодарность тем, кто всю жизнь связал с предприятием. А таких немало. Например, семья Солдатовых. Анатолию Вениаминовичу вручили почетную грамоту, но он делит ее на двоих. Вся наша производственная деятельность связана действительно с Тольятти Азот. У нас в вечернее время идет обсуждение тоже наших вопросов, связанных с производством. Производство – это основа жизни, основа экономики нашей страны. Награждения не закончились, и праздник продолжается. Пожелаем всем героям сегодняшнего дня новых достижений на благо города и завода. С Днем химика! Василий Логинов, Елена Кузнецова, Андрей Костомаха. Новости Тольятти.